А можно управлять молнией? Ответ 100% положительный. Конечно, можно. Молния – это нормальное физическое явление. И на любое физическое явление человек может воздействовать. Тем более, что точка удара молнии определяется по гипотезе Голда развитием встречного разряда, который идет навстречу молнии от заземленного объекта, перехватывает эту молнию, и контакт вот этих вот двух каналов – это и есть удар молнии, молниеотвод или защищаемый объект. Чего надо сделать? Надо либо задержать встречный разряд от защищаемого объекта, либо стимулировать его как можно быстрее, заставить развиваться и двигаться от молниеотвода. Годится и то, и другое. И сделать-то можно и то, и другое.